Для выпускников вузов запущена платформа подбора вакансий. В России заработал сервис с вакансиями и стажировками «Дайджест. Время карьеры РФ». На нем размещено более 100 тысяч вакансий. Главная забота обычных выпускников университетов – это найти первую работу. Мы все знаем, что все хотят сотрудников с опытом, а для того, чтобы этот опыт приобрести, нужно сначала где-то поработать. Теперь найти работу после получения диплома стало легко. Подобрать подходящее рабочее место можно по географии или желаемой сфере деятельности. Возможен поиск и по названиям вакансий или конкретной компании работодателя. Доступны также стажировки и волонтерские позиции. Это специально подобранные вакансии, которые не требуют опыта работы. Они из самых разных сфер, от разных партнеров. Мы надеемся, что выпускники смогут найти интересную работу для себя, смогут построить прекрасную карьеру и будут приносить пользу всей нашей стране и делать нашу страну лучше. Платформа подбора вакансий запущена на сайте проекта «Время карьеры» совместно с Министерством науки и высшего образования России. Кроме самих вакансий, выпускник может также просмотреть специальные материалы с советами, наставлениями и возможностями крупных компаний. Этот проект поможет получить актуальные советы и предложения от потенциальных работодателей. Важно, что сервис не только помогает в поиске работы, но и готовит выпускников ко всем этапам трудоустройства – от составления резюме до финальных интервью и первых дней работы, сказал Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета. Добавим, автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Ключевые цели организации – создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан. Дмитрий Беломестнов, новости на Восьмом.